добрым утром, друзья! Рад приветствовать в новом сезоне, сезоне 2018 года. Сегодня 1 января, 12 часов дня. Мы приехали на то же поле, в котором вчера закрывались сезон 2017 года. Вот. Находки здесь были весьма интересные, так что решили еще, ну как бы снега здесь мало, решили здесь еще походить. Сегодня будем ходить в три прибора. Вот, может быть, увеличит количество находок. Ладно, будем показывать, что находим. Ну, всех с Новым годом! Так, первая находка. Ну, пуговка-гирька сначала выскочила. Теперь... волшебная. Да. Вчера так же было. Сегодня пятачок. Ну, мучить мы его, конечно, не будем. Потом помоем. Ну, сохран медный здесь, конечно, поганый. Поищем еще. Так, други, сигнальчик. Какая-то печалька. Снимаем на другую камеру сейчас. Непонятная печалька. Ну, это советчик. Ну, наверное, какой-нибудь этот рамочник, щитовик. Давай вон лайнчик тебя заснимем. Уставший. Ладно, есть, как говорится. Есть, выкопал, скорее всего. Или нет? Не вырыл. Да ладно. Он вот здесь. А, ну давай, да. О! О! Ладно, сейчас если что-нибудь найдем, включим. Так, сигнальчик. Сегодня что-то проволока нас достала. Вчера достала. Проволока? А, ну видишь, 797. Павловская деньга. А у Никиты там печаль какая-то, найти не может. Ладно. Тут зеленый кружочек. Так, сигнал. Что за зеленый кружочек? Я знаю. Какая-то убиенная. Да, сигнал сегодня что-то печаль. 1 января не очень. Где-то еще праздник. Да. Да. Ничего себе, сигналов нет. Пятак откопал. Ну, еще пятаков что не откопал. Ну ладно. Так, сигнал у нас нечастый сегодня. Ну да, походу. Медь здесь, конечно, убита. Ладно, сейчас. Так, дорогие друзья, находились. Что-то находок сегодня немного. Поэтому, я думаю, видео мы не завершим, потому что мы завтра еще собираемся. И послезавтра. Если нас снегом не завалит. Так, здесь чуть-чуть завтра монет. Обещали дождь. Жи. И куски самовара спрятанные. О! Пятачучо. ВРПшечка. И ВРПшечка. Ну, гирьки. Гирьки, конинка какая. Какая-то конинка. Ну вот и все, к сожалению. 1 января тяжело ходить. Ходили 4 часа, получается. Ладно, не прощаемся. Включимся дальше. Итак, дорогие друзья, 2 января. Мы продолжаем изгаляться по сугробам. В промежутках между темнотой и дождем. Мы вот выскочили, все по старым нашим полянкам бегаем. Время очень мало, сегодня там часа два буквально будет. Вот, сигнальчик и билон. Какой год, сейчас посмотрим. 28-й. Билончик. Очень приятная находочка, ходим. Ходим, походим. Дождик, слава богу, кончился. Сигнал.
Ну здесь медь, как всегда. Медный кругляш. Шут его знает, что это такое. Может быть, потом как-нибудь прочитаем. Пойдем еще вот за этим леском, где ямы мы ходили. Помните, ямы были домовые? За ним роща сейчас выросла. Вот, а на место этой рощи была церковная земля. Ну, то есть вот не вот этой церкви, да, которая здесь, а там еще одна есть. Дороги вот этой не было вообще, ее недавно построили. То есть дорога шла там дальше. Может быть, там лет 7 назад ее построили. Может быть, сейчас послазим. Там снега нет, меня что удивило. Так что посмотрим. Ну, это еще сигнальчик из ямочки. Вот это уже приятно. Чешуечка Петровская, походу. Блин, маленькая. Сейчас снег уроню, буду искать. Приятно. Вот здесь тогда нашли, вот пониже чуть-чуть, Василия Третьего чешую. Все-таки здесь, вот именно, видимо, старая какая-то дорога была. Может быть, на церковь. Ладно. Так, итак, друзья, раззвонили с глубины. То ли Катя, то ли Лиза. Лиза. Не будем ее мучить, естественно. Но глубоко лежал, больше штука точно. Так, друзья, слазили в ту рощу. Там, да, там помойка, к сожалению, советская. Ушли обратно, вот на направлении дороги. Возвращаемся по чуть-чуть. Грязно, да? Сигнальчик. Павел Первый. Да, пойдем. Так, отошли вот от Павла чуть-чуть и... Ха-ха-ха. Чешуя. Чешуйка, царь. Дом посмотрим, царь. Царь, ты великий, что это такое? Ну что, Иван великий. А хрен знает. Че хоть, копейка? Непонятно. Земля. Ладно, в домик. Вот они, эти тубусики, очень удобные. Для чешуек и всяких маленьких находочек. А вот шла дорога, скорее всего. Вот так она диагональю и вот туда уходила. Сейчас проверим. Походу, нашли мы направление. Она належит. Сейчас монетка, не знаю. Пока не ясно. Прям вот они, сигналы. Несколько. Чешуя, Павел. И вот она шла, скорее всего, вот оттуда, потому что там деревня. И вот и туда. Это уже... Катя, Лиза, что ли, похожа? Ну, она засранная, естественно. Ну, да. Так очень маленькая какая-то. Да. Что это? Катерина Лизавета какая-то. Идем дальше. Сандровская, походу. Так, друзья, вот, только что достали маленькую. Следующая. Сахан, конечно. Ну, сахан у меди здесь. Ну, а что, будем количеством долбить. Капуста. Капусточка. Капусточка. Да фиг знает, тут даже лев какой-то сквозь грязь проходит. Ну дом только, если отмоем. Блин, опять как стемнело, так поперло. Ищем, да. Есть. Жаль, стемнело. Где-то тут ямка была. Следующий сигнал. На камеру еще более видно.
более-менее. Вот Павел. Вроде как. И у Любы там что-то. Ну ладно, посмотрим, если что-то будет. Так, короче, стемнело, включили фонари. Какой-то зеленый кружочек в ночи. Непонятно. Идем к машине. Друзья, сейчас залезли в машину, обалдели. Смотрите, сейчас на свету видно. Что за монет, непонятно. Видите, портрет чей-то. Обалдеть, да? С той стороны вообще налет сильный. Это сейчас надо аккуратненько отмыть будет. Непонятно, медь это или серебро, и что это вообще такое. Серебро. А вообще он зеленый такой. Он зеленее. Да. Ну и вон находочки у нас. 10 копеек серебром. Ну, билончик советский, я имею в виду. Кате Лизы несколько монет. Ну их отмывать, конечно, все надо. Ну, скорее всего, тоже убитые обычно. Это 100% серебро. Я не уверен. Серебро, серебро. Ну, сейчас приедем, по-моему. И две чешуечки. День второй заканчивается. Ну, чешуйки что будешь доставать? Приклеим потом фоточку. Все снимет, все в порядке, я думаю. Это снимет точно. Так, друзья, день третий. Друзья, день третий. 3 января. Третий день открытия сезона. Здесь же добираем. Времени немного. Первый сигнал. 2 копейки. Совет. Убитые. Как обычно. Вот так. Сегодня уже как-то тяжело идет. Еще одна душечка. Видишь? Классно. Смотрите, какой-то. Сейчас. Это 7-й. А что, не 27-й? Чу-чу. А вы не заказывали. Трактор там какой-то калашматит. Николаевская копейка, убитая насмерть. Чё там? Проволока? А, понятно. Так, у нас первый сигнальчик пуга-гирька, правда ушка поломанная, но прикольно. И второй сигнальчик. Вот так. 5 копеек серебром. Год 24. Пойдет. Так, уже вот находочки. Крестик целенький, лепесточек. Я не знаю. Это вам либо обломок, либо проволока. Одному богу здесь. Непонятно, какая-то шмурдинка, блин. Ну потом отмоем, посмотрим. Ладно, ищем дальше. Идет, кричит там издалека. 27-го года. Я говорю, да ладно. Да, 27-го. Только не то. Ну серьезно, да? 27-го. Копеек. Ну все, сегодня походили недолго. Вот еще выскочила находочка. Сейчас сниму. Но ее надо чистить. Какая-то подвесочка старая. Но на ней ничего не видно, к сожалению. А находок сегодня прям совсем мало для 3 числа. У него вообще нет ничего. Да, вообще. Ну, богу. Немножко монет, ну и серебро. Ну ладно, в общем, не пустые, слава богу. Так что, дорогие друзья, до скорых встреч. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Счастливо.